когда-нибудь ездили с ледышками на стеклах по тоннелю? А эта красивая женщина говорит: Леночек, давайте-ка, говорит, мы, берегись автомобиля. У нас впереди фиковую, знаешь, что с дорогой. Деточкину. Да, и впереди у нас какие-то фонарики. Мы по тоннелю, сейчас ноченькой, едем на нашу вечеринку закрытую, где я буду петь на французском языке Эдит Пиаф. И я буду петь «Седер Кимовсет» или «Падам, падам, падам» или «Жор да фуалер и лансон дюр да фуалер». Но это будет через 20 минут, а пока моя директриса, моя волшебная длинноногая крыса. Вот так вот, да. Вот так вот передвигаться по ночной Алмате, оставив машину и на стоянке. А дождик прошел, и морозец пришел. С Новым годом, дорогие наши друзья. With love. From Kazakhstan, from Lena Polyakova, from Tonya Orekhova. Bye-bye.